Друзья, всем привет! Вы на канале Живой Размер. Зацените зеркала на Ниву. Заказал их через магазин. Похоже, как на 214. Думал, что... Но на самом деле они меньше размером. Обзор в них похуже, чем сейчас на новых Нивах, на 214. Но это уже лучше. Купил я их давненько, не хотел ставить, так как они маловаты, но пришлось. Съездил на рыбалку, разломалось свое зеркало, отпало, отгнила эта фигня. Тут на саморезу уже потом прикрутил, день поездил, ну, достал, прикрутил, ничего сложного. Купил вот такую фигню, забыл, как называется. На 28 надо диаметром. Насквозь просверлил. Тут три дыры под саморезы вставил. Изнутри затянул. В общем, теперь будем ездить так. Ну, вид уже так, по современнее. Но все-таки рекомендую покупать те зеркала, если у вас старенькая Нива. Они продаются. Там, по-моему, 1500 зеркала. Они будут получше, чем эти. Так что, всем пока.